Таким образом, терпение в труде дает положительные результаты. Терпение в труде не в гуне, там невежество, пахота, тупая, бессмысленная, а терпение в труде означает, я терплю, я работаю, но при этом я должен заниматься духовной практикой. Итак, следующим подходим к важному моменту. Что дает эту силу терпения? Например, практика йоги. Что такое йога? Вы каждый день делаете одно и то же. Так вот, знаете, больше будет действовать не само это, а ваша аскеза. Вы каждый день делаете упражнения, одно и то же, каждый день. И вы получите здоровье. Но почему посты лечат многие болезни? Вот человек постится, у него проходит болезнь. Не потому, что он без еды сидел, а потому, что он совершил аскезу, которая имеет право уничтожить его болезнь. Теперь пишите, сила аскетизма на санскрите называется тапасья или бала.